и окопы в округе. Но душу согреет письмо от подруги, надежда на то, что в тебя кто-то верит. Проверит любовь и солдата проверит. Какой бы трудной ни стала дорога, солдатская доля, война и тревога, крестами зачеркнутый весь календарь. Но что этот бой нам сегодня подарит? Солдаты России, солдаты России, вы звезд на погоны себе не просили, и только на небе вам звезды светили. Кому на Кремле, а кому на могиле? Солдаты России, солдаты России, за веру и правду огнем вас крестили. Пусть все продается, но вас не купили. Вы гордость и слава великой России. От дома до дома одна вам дорога, вас матери ждут у родного порога, а вы все уходите в бой без оглядки, когда же война, а играется в прятки. Но снова приказ и в родную сторонку, везут ордена и везут похоронку. И нет для России дороже расплаты, когда за нее погибают солдаты. Солдаты России, солдаты России, вы звезд на погоны себе не просили, и только на небе вам звезды светили. Кому на Кремле, а кому на могиле? Солдаты России, солдаты России, за веру и правду огнем вас крестили. Пусть все продается, но вас не купили. Вы гордость и слава великой России. Так пусть повезет на пути вашим братам, и каждый найдет дорогу обратно, где мир и покой, и родные улыбки, где вы не в ответе, защита ошибки. И пусть вас встречает любовь и удача, а мать и подруга о счастье заплачут. Здесь все по-другому, и все так знакомо, и хочется крикнуть: «Мама, я дома!» Я, во-первых, всех хотел передать привет и поздравления от руководителей госпиталей для ветеранов войн, как ее руководитель ассоциации, и доложить вам, что в Самаре 26-27 февраля пройдет, опять же, при организации, талантливом организаторе, настоящем боевом офицере, инвалиде войны, кавалеру ордена
Красной звезды за заслуги перед Родиной, это я про Александра Михайловича, председателя комитета, пройдет международная конференция госпиталей для ветеранов войн СНГ, где 38 начальников госпиталей ветеранов войн, в том числе из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана, ученые нашей ведущей страны, присутствующие здесь, академик Российской академии наук Владимир Николаевич Шабарин, будет рассказывать нам, как предупредить преждевременное старение у ветеранов войн молодого поколения, у вас. Так вот, я хотел бы, безусловно, поблагодарить за этот приз, за высокое признание жюри, значит, как и членов жюри, так и члена попечительского совета Самарского областного клинического госпиталя, первого в стране, руководитель которым губернатор Самарской области, исполнителя этой песни, заслуженного артиста республики, лауреата международных фестивалей и конкурсов вокальных, обладателя золотой медали имени Михаила Васильевича Ломоносова за вклад в искусство России, который между гастролями в Москве и по всей стране почти каждые два месяца поет для ветеранов войн в госпитале, Михаила Александровича Морозова, обладателя гран-при. Ну и, конечно, как директор первого научно-исследовательского института реабилитации ветеран войн, ваш покорный слуга, профессор Яковлев, желает вам всем долгих лет жизни, здоровья, здоровья, здорового долголетия, счастья, любви, любви всех тех, кого вы желаете. И чтобы никакой мира, ни войны, чтобы не погибали, как мои родственники на войне. Эту песню, слова я посвятил инвалиду Великой Отечественной войны, отцу моему. Эту песню я посвятил стихи отцу моей жены, инвалиду Великой Отечественной войны. Они не дожили, потому что их мало осталось. Как мало? Я песню посвящаю, посвятил ее всей героической элите нашего народа и вам, героической элите нашего народа. С праздником! Речи, мне остается поблагодарить вас всех, что вы приняли участие в нашем мероприятии. Оно не заканчивается, для кого-то оно будет продолжаться. Ну а для вас мы будем готовиться, как всегда, 27-й годовщине вывода войск и прочие-прочие мероприятия. С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, здоровья, любви, удачи! До свидания, до новых встреч! Спасибо, что были с нами!